Мяукающее кафе. В Париже открылось первое в мире заведение питания для любителей кошек. Его посетители могут не только выпить кофе с круассанами, но и пообщаться с животными. От клиентов нет отбоя, утверждают владельцы. Ведь кошки дарят людям радость общения и лечат многие болезни. Чтобы отведать кофе с круассанами в компании десятка кошек, столик приходится бронировать за месяц. Идея создать необычное кафе пришла в голову бизнес-вумен Марго Ганделон. Очевидно, что многие жители мегаполиса очень любят общение с животными, но держать их дома просто нет возможности. Здесь они общаются, играют, заряжаются позитивом. Многие говорят, что милые кошки и хорошая еда – это замечательная концепция. Эстель Моро – постоянный клиент кошачьего кафе, говорит, что влюбилась в это место уже после первого визита. Когда я сюда пришла, кошка без всякого стеснения угнездилась на меня на коленях. Замурлыкала. Себе я заказала луковый суп, а для кошечки взяла специальное кошачье блюдо. Я очень люблю этих животных. Посещать это кошачье заведение даже врачи рекомендуют. Они уверены, общение с животными дарит не только позитивные эмоции, но и благотворно влияет на здоровье человека. Мурлыканье производит вибрации, которые помогают лечить артрит и ревматизм, понижают артериальное давление и успокаивают пульс. Вдохновленная успехом, владелица кошачьего кафе решила пойти еще дальше. Она собирается открыть ресторан для любителей собак. Считается, что общение с этими четвероногими очень хорошо помогает снимать стресс. Мария Вингард, Татьяна Зуфарова, ТВ3.